Чешская телевизия представляет сериал «Пацуки». Сороконожка Виктория. Далеко на Моравии. У далекой Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликим сметнику каля Визовиц жили два пацуки — Годан и Губерт. Это я. А с нами гипсовы карузлик Людвиг и Эдик. Поддоследный пацук с Праги. Жили мы у ваутульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылесос. Раніца была, як усе остатние, только крыху больше святочная. Як спалася, Годан? Добра, Губерт. Только вось не ведаю, ти наш Людвичек. А Людвичку так само добра спалася, и он уже не может дочекаться. Мы ж збираемся на концерт. А мы не могли б пойти с вами. Вядома, але тады вам треба як след убраться. Ну, можем исти. Дык мы саправды пойдем на концерт. Зараз. Еще хвилинку, спадарства. Бось, калі ласка. Гэта ж кіёк. Але ж які модны. Дырыжорскі. Без яго няма ніякага концерту. Не будзе паводле чаго граць. А на чем будут играть, Эдичек? На концерте. У нас проблема. Няма музычного инструмента. Ну, некий инструмент тут, может, знайшоўся. Например, гармонік. Еще одна проблема. На гармонику я играть не умею. Зато и сороконожка Виктория умея. Ходим до яе. Ох, я больше не могу. Перапранаемся. Превликат. Позор, Эдак. Осторожно, Эдичак. Только не туды. Что за нахабство? Что вы робите с моим гармоником, гарезники? Ой, кто это? Это сороконожка Виктория, у яе протьма ножек, и она умеет играть на гармонику, то бок аккордеоне. А это вельми даужезный инструмент. Зранку боты обуваю, а приду домов сдымаю. Звычай у нас гэткі, усе сороконожкі, вечером шкарпэткі, носяць і панчошкі. Что вам от мяне трэба, гуліганы? Наш сябра хотел бы послухать ваш концерт. Ну не, граць я сёння не буду, нават не адумайце. Ну вось зноў праблема. А чаму вы не будете граць? Хіба не бачыце, у гармоніку дірка, не буду, і ўсё. Як бачите, спадарства концерту не будет. Идем до дому. Чакай, Эдик, а что, коли мы адрамантуем гармоник? А
Гармонік готовий. Концерт можна починати, шановне. Вам легко казати, а хто буде м'яхи тягати? Хоча латка чаровне. Який скандал. Вось вам і концерт. Не бойся, Едичок. У мене є ще одна ідея. Гей, Вікторія, чому нема музики? Яка музика? У мене ж нема нотного стану. Ну, один нотний стан тут єсть. Тільки без нотів. Без нот. Ви з мене смієтеся, негодники. А войки, що я наробила? Які чудові ноти! Так я граю! Растягну аккордеон і заіграю довгий тон, каб жилося лепей трошку пацукам і сороконожкам. Ось так концерт урешті відбився. Вікторія грала чаровно. Так, не треба завчасно губляти надію. Добраноч. Пацуки зусім не хамякі, у нас і вигляд не абиякі, апроч хвастов, вусов і кіптяў ёсць, а шчацінінная поўсть. Прикрым вочы параю вушэй, адно сляпы нас прыме за мышэй. Мы пацукі, каб гэта даказаць, можам зубы паказаць.